Всем привет! Вы на канале Hetman Software, и в этом видео мы поговорим об идеях для видео и фотосъемки с помощью вашего смартфона. Сегодня вы узнаете, как быстро и качественно снять крутое видео с помощью мобильного телефона. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, начнем. Первое – это идея для атмосферного видео без лица. Данный способ работает в любую погоду и в любом месте. Включите замедленную съемку на вашем смартфоне и перепрыгните его. Потом поставьте телефон на возвышение и тоже перепрыгните. Соединяем все, что отсняли, и получаем крутое видео. Вы можете снять такое видео даже сами, без чьей-то помощи. Как сделать крутые фото? Очень просто. Выбираем подходящую локацию, включаем видео и позируем. Потом делаем скриншот из отснятого видео, и новые фото вам обеспечены. Хорошей идеей для видео будет сделать слоумо с помощью смартфона. Например, вот так. Можно делать любые движения, например, идти или кружиться. Такие видео всегда набирают много лайков, поэтому обязательно попробуйте. Как сделать интересный видос за 5 минут? Выберите хорошую локацию, это может быть лес или речка, главное, чтобы было много свободного места. Снимайте на телефон видео и в процессе съемки два раза покрутите его на 360 градусов. В результате вы получите шикарное видео, как у профессионала. Таким способом можно снимать рекламное видео своей продукции, обзоры автомобилей, гаджетов или даже косметики. И на этом все. А какие вы знаете лайфхаки для видео в TikTok или Instagram? Делитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи!